Ага. Дежура, ну я буду там мыть. Сашка, Женька, иди сюда. Что, далеко няня, да, дочь? С вами? Да. Настя, давай, пробеги быстренько. А, она шевелится. Давай за Строгова. А прикинь, по бревну. Спасибо. Спасибо за комплимент. На, Саша, Женя, иди сюда. Ой, балованные, на улице кушают. Ой-ой-ой. Санечка, Оленька, как быстро. Иди кушай, няня покормит тебя, иди. Сейчас, Алисенька, ты не боишься, да? Да. А двухъярусная кровать как грохнулась, конечно, люди боятся. Что, с двухъярусной кровати грохнулась, теперь не боишься? Настя, подашь руку. О, боишься, да, слезать? Какой она шурупы слазь, она детей кормит? Четыре штуки, посчитай. Женечка, Женя, покажи, что тебе мама купила. Покажи, какие у тебя игрушки, как их зовут? Пеппа. Пеппа. Свинка Пеппа? А это кто у тебя? Баська. Собачка разве, да? Да, это собачка. А где Джордж? Это кто? Это девочка. Девочка, а как да. ее зовут? Это мама. Мама. Вот он Джордж. Нет, это не Джордж, это папа свин. А Джордж где? Нет, А вот газель. Мам, газель. Мадам Газель, учительница ищена. Какие? Там розовые. Это малыш. Малыш. Пас, не видел малыш? Угу. Малыша. А где? Да. Что, собачка еще у них есть? Да. Ничего себе. Это твоя. Что ты, доченька, О, кушаешь? Это этот, как там? Тима. Тима. Тимоха. 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 Надо, надо будет тогда уже всех потом найти. Это я. Будет целая коллекция. Давай. Ой, сколько всяких игрушечек. Это? Еще вот тут зайка был, он потерялся. Что ты хочешь? Я тебе тайму. Ничего не понимаю, что ты Это у них там... Дружок. А, дружок, точно. А вот это малыш? Кого только нету там, да? Сумки, всего-всего-всего. Ой, что-то. Ой, всяко-всяко в сумке, Саша. Много всего. Мам, где? Все, наелись? Мам, где? Батя, нет. Где? Сумка, дед. Где? Где? Пеппа. Пеппа? Да. Пинка Пеппа? Вот она. Мам, где Джордж? Джордж? Да. Не знаю, где Джордж. Не было, наверное, Джордж. Где Джордж? Сейчас ты все обратно засовываешь. Да. Джордж. Джордж, купим Джорджа. Вот как найдем Джорджа, купим. Вот. Это же Женины игрушки. Что за Джорджа ищут? Вот, Санька.
Занька. Да, это этот. Вон король твой еще. А где мистер Газель? Где это Женькино? Принеси ей сумку какую-нибудь эту. Мистер Газель. Ой, как. Сколько игрушек. Сумка Пеппа, папа. Вот какая-то сумочка. Вот, давай, покладем все в сумочку. Мистер Газель, ну, аккуратненько все ложи. Мистер Газель, приходите баловаться. Ой, какое небо голубое! И птички летают. Улетели. Держи, мистер Газель. Ну, одевай, будет сумка у тебя. Ой, какая у нас красивая баня будет. Вот как будет готово, мы еще раз снимем, да, папочка? Давай, мистер Газель, одевайся. Так, я тут пока. Мама, на тебя одну школу. Зачем? Ну вот это. Чтоб палку продаешь. Ты ж вот так хотел. А так хватит. Что-то я обычно от перемены мест не меняется. Сколько так, сколько так. Сашка. Не пей, Донечка, эту воду. Не пей, дочечка. Я ее вылью. Да. Вылей, потому что Саша ее там заморала. Что снимаем? Что такое? Частную собственность вторглась, еще раз снимаете, а? Ну, папочка. Видишь, близко трубы получается. Ну, сдвинем, ага. Это девки вырастут мелкие, будут смотреть, как папка в ремонт бани делал. Красивая баня у нас будет. Лучше всех. С беседкой. Ой-ой-ой, лазят там. Ноги не переломаете себе, а? Может, не надо там лазить, Донечки? Санечка, Санечка, иди покажи маме, как ты умеешь на велике кататься, иди. Большая девочка. Я, мама посмотрит, как. Маме, я как буду кататься на велике? А ты никак, ты же что не умеешь. Только Саша умеет. Я могу кататься на велике. Ты можешь катать велик? Да, велик. Бип-бип, Саша едет. Вот, Саша какая молодец. Так, я еду. Ну, катись далеко, да? Женечка, Женечка. Катись, Сашенька, катись далеко до Женечки, Саня. Катись, Женечка, туда. Саша будет тебя догонять. Да. Ну. А, ой, как умница, как. Как. Ой, молодец. Нормально одет. Ноги такие грязные. Ай, как быстро катается Санечка, молодец. Девочка моя. Не-не-не-не-не-не, упадешь. Смотри, папа как криво поставил. Это мои сланцы. Тебе что, не нравится? Твои. Санечка, Санечка, иди сюда. Ой-ой-ой, у папы там ничего не пришито, это самое. Пойдемте на улицу. Видишь, у папы ничего не прибито. Пойдем, Донечка, пойдем. Я не понимаю, как дом строить.
Ну, раньше строили. На бетоне, да, этой? Нет. Как-то строили, без понятия как. А. Чё, Донечка? Ну, пойдём сказать. Ой, ты ум. Ну, это тут без гвоздей, а потом гвозди нужны. Мальчиком? Да. Я жду. Я маленько, маленько только подтолкну и все. Да. Я чуть-чуть помогу, чуть-чуть. Все, дальше сама. Женечка, не ломай, Донечка. Все, хватит. Мам, дам Ане. Диане? Да, Диане. Диане. Дам Диане. Ну, пойдем, Диане, пойдем. Дядин. Угу. Мам, дам Ане. Диане? Ну, пойдем. Диана уже домой побежала. Видишь, все, домой пошла она. Только ты хотела к ней пойти, она домой пошла. Покатается, посмотрим, как Дарина будет кататься. Женя, папа? Ты еще за весь год хочешь сказать? За всю эту 21 неделю. Ты сейчас успеешь, Алина, снижай ее. Женя! Никогда. Дарина завтра уедет, и все. Да? И ты сможешь завтра, послезавтра, позавтра. Никак, доча, да? Ох, каприза. Ой-ой-ой. Дарька, Дарья, они сейчас пойдут спать. Ты будешь кататься целых 2 часа. Успокойся. Сегодня сможешь. Не борись с ребенком, ребенок все равно сильнее, да, мам? Конечно, потому что у ребенка мамка главная. Что ты делаешь? Донечка, надо с ней договориться. Донечка, пойдем, пожалуйста, спать ложиться. А завтра весь день будешь кататься. Ладно, тебя, мама, Алина... Едет, няня завтра не будет весь день. И всю ночь. Да, и всю ночь. Женечка, будешь завтра... А Алина тебя будет завтра весь день катать, ладно? Пойдем, Бая, пойдем, Бая. Если ты не пойдешь в Бая, то завтра кататься ты не будешь, поняла? Угу. А если ты пойдешь сейчас поспишь маленечко и будешь кататься, хорошо? Ну пойдем, тебя Алиночка довезет до ворот. Пойдем? Потом, потом Бая. Ну ты тоже, ты-то у меня.
Ну, ты у меня умная девочка, ты у меня послушная. У нас Женя только непослушная, да? Ну, Женя у нас такая каприза. Заберут они, заберут, не беспокойся. Слазь, доченька, слазь, а то упадешь. Видишь, упал велик. Велик Боба. Иди забери свой велик, Женечка, где твой велик? Ну, пойдемте, Бая. Маленько поспим, а завтра опять пойдем гулять, даже? Женечка, тихонько, доченька. Сашенька, ну иди вперед бегом. Алиночка, помоги. Это ж тебе не Санька, это же Женечка, принцесска наша. Она ж не может. Моя собачка. А ворота сами закрываются. Нет, 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 пойдем. Пойдем, пойдем. Алиночка, иди помогай. Смотри, у папы все падает, Донечка. Ой-ой-ой. Когда вырастешь, будешь помогать, ладно? А сейчас. Где твои игрушечки? Бери с собой, бери. Пойдем. Мы сейчас. Вон у тебя в сумке. Пошли. Все, пойдемте. Надо ложиться спать. Да, пойдем. Много надо поспать. Не, маленько поспите, маленько. До завтра поспите и все. Чуть-чуть, да, разувайтесь. Женечка, садись, пожалуйста, разувайся сама. Разувайся, ты же у меня большая девочка. Смотри, как Саша умеет разуваться. Мне много да? Игрушек. Тихонечко, не сломай. Время сколько нам уже надо, пора ложиться спать. Ну, Донечка, доча. Разувайся, дочуша. Молодец. Иди снимай все. Футбол. А во сколько завтра поедем? Угадать мне надо? А ты угадай, во сколько ты поедешь. Я-то знаю. А ты угадай. Не надо. Все, пойдемте. Угу, на место стой. Слушай, не надо на улицу, вот тут поставь. Нет. Не трогай. Пойдем. Пойдем в комнату. Снимать футболку, шорты. Пойдемте. Потом мама помоет попочку, помоет ножки, ручки, лицо. Все помоет. Угу. Езжай, я сама положу. Да? Конечно. Не буду ничего делать, да, так Конечно. Мама, чай берет. Чай? Да, чай берет. Ну, пойдем чай попьем. Пьем. Пойдем. Да. Настюша, осталось это, налей им чай, пожалуйста. Да, конечно. Так, ну все, на все. Да, Донечка, не трогай, жига-жига, мамка огурцы тут накручивает. Это. Все, говори пока-пока. Ну, говори. Ну, на сегодня пока. Хватит. Не ага. Скейте. Говорите пока-пока. 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 Говори спокойной ночи. Ночи пока.
Значит, пока. Пока. А все, спокойной ночи. Мы сейчас чай попьем и будем бая.